Елизабет Абрамян готова поделиться впечатлениями о встрече с Ольгой Воробьевой из Краснодара. Как эмоции? Эмоции просто нереальны. Я очень-очень рада, что смогла настроиться, сконцентрироваться. И каждый мяч отдельно показала хорошую игру. Я максимально довольна вот этим матчем. Буду настраиваться на финал. Надеюсь, там получится. Мне кажется, вот с первых минут было понятно, что вы настроены по-боевому и только на победу. Да, я со вчерашнего вечера начала настраиваться. Я особо ни с кем не разговаривала. Вообще вот ушла в себя, прям настраивалась, свои мысли. Вот, постаралась максимально отдохнуть со вчерашнего дня. И сегодня тоже проснулась с настроем, с боевым. Была готова к тяжелой встрече. И вот в целом итог суперский. Как оцениваете свои возможности в финале? Я думаю, что возможности, конечно, есть. И, ну, шансы. Будем играть. Борьба будет ровная, я думаю, 50 на 50. Победит тот, кто крепче, терпеливее. И пускай победит сильнейший. Постараюсь показать хорошую игру, а там как будет. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Это была Елизабет.